Да, ребят, всем привет. Это на самом деле для меня второе большое выступление. И я сюда пришел с целью, чтобы рассказать вам такую прописную истину, да, что кибербесы — это не только про хакеров. Ну и давайте мы с вами постараемся сегодня поговорить о сложных вещах, да, максимально простыми словами. Начнем мы с знакомства. Как уже сказали, меня зовут Николай Владимир. Возможно, для кого-то буду более известен как Мобби. Я сотрудник компании Positive Technologies, работаю тут уже 3 года на позиции инженера эксплуатации киберсистем. И вместе с этим я преподаю в университете МТУСИ, провожу там различные лекции, кружки, факультативы, рассказываю ребятам про кибербес, что такое CTF, как в него играть, реверс-инжиниринг, пентест внутреннего контура и так далее. Короче, много чего рассказываю. И вместе с этим, со своими ребятами, мы организуем главное CTF-соревнование по Москве среди студентов и школьников, которое называется MCTF. Ну, думаю, из того, что я уже сказал, понятно, что свой путь в, скажем так, мир информационной безопасности я тоже начинал с мысли о том, что когда-нибудь я обязательно стану великим хакером. Но, увы, судьба злодейка повела меня немножко в другую сторону. И вообще доклад, да, вот этот вот, который у меня ко мне пришел в голову, он пришел все-таки не совсем по моему какому-то личному опыту, да, а я начал его создавать, исходя из той тенденции, которую я начал замечать у своих студентов. И вот как-то раз после первой базовой лекции, где мы рассказывали, кто такие хакеры, что это такое, да, зачем это нужно, как этому противостоять, у меня произошел вот такой вот диалог с одним из моих студентов. И, собственно, как бы ладно, да, понятно, младшие специалисты очень часто путают такое понятие, как кибербезопасность, да, и хакерство. Говорят, что это синонимы. Тут еще ладно, мы можем взять святую водичку, полить на них, да, на этих чертиков, которые сидят у них в голове, и как-то их излечить. Но тенденция набирает обороты, и в последнее время я начинаю слышать такие заявления уже от более опытных специалистов. Это довольно-таки страшная вещь, потому что она плодит много-много различных проблем. Давайте вот начнем с чего. Значит, как вообще опытные специалисты, да, аргументируют такое утверждение и говорят, что кибербезопасность и хакерство — это синонимы? Ну, примерно так. Погрузитесь там во все эти недра кода, разберитесь в том, как писать код безопасно, да, чтобы ваше приложение никто не мог там поломать, что-то с ним плохое сделать. Разберитесь, как в этом приложении можно закладывать уязвимости с помощью кода и как с помощью этого кода вы можете взять, да, и, собственно говоря, эксплуатировать саму уязвимость. Прошу вас, никогда не принимайте подобные заявления за чистую монету. Почему? Потому что понимание, знание, чтение кода не дает вам, ну, скажем так, права говорить о том, что хакерство и кибербес — это одно и то же. Ну, почему, опять же, это плохо? Это плохо потому, что когда люди приходят в кибербес с таким вот мышлением, они приходят сюда что-то ломать, а не выстраивать безопасность. Ну, и мы получаем специалистов, которым, честно говоря, наплевать на все основы, которые важны для такого специалиста, как, ну, скажем так, который работает в области кибербезопасности. И у нас получается так, что мы получаем человека, который умеет что-то ломать, при этом он ничего не знает там про архитектуру операционных систем, он ничего не знает про компьютер-сайенс, контейнеризацию и так далее. Это огромная проблема, с которой на самом деле сейчас нужно потихонечку начинать бороться, потому что рынок, ну, к сожалению, сейчас у нас немножечко пустеет из-за этого. Вот, собственно, смотрите, у нас с вами получается так, да, что люди вот начинают называть кибербезопасность, хакерство синонимами и приводят такой аргумент. Подождите, но для того, чтобы что-то защитить, разве мы не должны знать, как, ну, на это злоумышленник, там, допустим, производит атаку, да, и все в этом роде? Абсолютно. Мы должны это знать, как и в обратном случае. И тут у нас получается прям такая дикая дилемма, да? Мы противоречим уже сами себе. Давайте попытаемся эту дилемму распутать. Все на самом деле очень легко. Смотрите, первое, что такое кибербезопасность? По сути, это вечный процесс выстраивания систем безопасности и ее оценки, да? Хакерство.
Хакерство — это, собственно, какое-то намеренное, целенаправленное попытка взлома, да, попытка принести какой-то ущерб с целью какой-то личной выгоды, неважно. И вот тут важно понимать одну вещь. Мы можем говорить про хакерство как в контексте кибербезопасности, так и за ее пределами. У нас получается такая картина, да, когда мы говорим про, собственно говоря, хакерство за пределами, мы получаем злого хакера, да, который целенаправленно идет и убивает нашу систему. Там какой-то компании или кого-то еще. Да? А когда мы говорим с вами про хакерство с точки зрения, в контексте кибербезопасности, то мы получаем картину, что это уже, знаете, какой-то некий... Это некая методология, да, набор методологий, которая позволяет нам обеспечить и оценить безопасность той или иной системы. Очень грубо, да? И получается так, что дилемма решается сама собой. Получается, когда мы говорим про кибербезопасность и хакерство за ее пределами, мы получаем строгое неравенство. Когда мы говорим про то, что, скажем так, хакерство является частью кибербезопасности, мы получаем то, что она является ее частью, все. То есть это, опять же, не синонимы, это часть. Ладно, с терминологией мы с вами разобрались. Но мы не решили вторую проблему. Все равно огромное количество молодых специалистов приходит в кибербез с целью, с желанием становиться хакерами. Да? Как эту проблему мы будем с вами решать? Я постараюсь вас сейчас немножко отговорить и объяснить, кто такие хакеры, что это такое, зачем это, да, и почему с этого начинать не нужно. Так вот, как мы уже сказали, у нас есть злые хакеры, есть добрые хакеры. Сейчас мы говорим в контексте добрых хакеров. Да? Их еще у нас называют пентестеры, более опытные — это Red Team или, собственно говоря, этичный хакер. Да? Это те самые люди, которые днем, ночью сидят, ищут различные уязвимости, пытаются там разобраться в том, да, как все это работает, пытаются эти уязвимости у каких-то заказчиков проэксплуатировать. Но очень важный момент, они эксплуатируют в меру тех возможностей, которые им дает сделать это заказчик. Их главная задача — это не навернуть систему заказчика, да, чтобы все там бегали, рвали на себе волосы, сказали: «О, боже, нас взломали». Нет. Их главная задача в чем? Собрать список уязвимостей, подтвердить наличие этих уязвимостей менее безболезненно для заказчика и, собственно говоря, предоставить заказчику отчетик, да, где будет рекомендация о том, как эти уязвимости устранить для того, чтобы вот эти самые злые хакеры не пришли, не прошлись по такому же пути, да, но уже, опять же, с какими-то злонамеренными целями и с попыткой причинить вред компании. Вот. Собственно, о чем здесь идет речь? Вы только сейчас представьте, какой пул, какой объем знаний должен быть у подобного специалиста. Здесь, знаете, я вот очень часто вижу сейчас различные курсы, какие-то там обучающие материалы, которые обещают за год сделать из вас этичного хакера. И это мне напоминает видосики на YouTube, типа «Ассемблер за 3 минуты, все, будет круто, все будете знать, за что-то сделаете». Нет, специалисты в области пентеста, специалисты в области этичного хакинга, на самом деле, это безумно опытные ребята. Это одна из вершин, одна из самых наивысших точек развития специалиста в области информационной безопасности. Почему? Потому что эти специалисты, они за собой имеют огромный теоретический и практический опыт. То есть они очень хорошо подкованы в IT-шной базе, в ИБ-шной базе, они понимают там про архитектуры те же самые, хорошо понимают в компьютер-сайенс, уходят там с углублением в изучение в какие-то области, которые им интересны, ресерчи и так далее. И вот вы сейчас подумайте, пожалуйста, можете ли вы за год этого добиться? Мне, по крайней мере, это кажется, что эта задача очень и очень сложная, местами невозможная. И в защиту, да, своих слов я хочу представить вам довольно-таки знаменитый родмап. Он гуляет в интернете с 2020 года. Там его опубликовали, по-моему, на форуме Codebuy. Он очень знаменитый, очень расфоршенный. Я бы сказал, что он на самом деле довольно-таки коротенький. Но уже посмотрев на него, можно представить,
какой огромный объем знаний нужен для того, чтобы просто стать младшим специалистом в этой области. Да? Ну, я бы, честно говоря, его еще дополнил, но если бы я его дополнил, то он бы вообще сюда не влез. Я надеюсь, тут хотя бы что-то видно. Вот. Поэтому имейте в виду, да, даже если вы сейчас попали на позицию младшего пентестера, да, пожалуйста, не называйте себя пентестером. Почему? Объясняю. Потому что таким образом вы очень сильно обесцениваете это направление. Пентестеры всегда были и будут очень опытными специалистами, у которых вот все направлено на огромное, ну, скажем так, на огромную затрату их личного ресурса, такое как время, да, они вкладывают это в теоретические знания, в практические знания. Поэтому, ребят, пожалуйста, не обесценивайте эту профессию. Но у нас ставится вопрос в таком случае, да? Ладно, черт с ним, я передумал. Не хочу быть пентестером на первых порах. Что мне тогда делать? Я же должен понимать, как хакер действует, что он использует, если я хочу заниматься кибербезопасностью. Конечно, должен. Но вы не должны становиться хакером для этого, поймите. Когда вы это, когда вам приходит это осознание, для вас открывается, наверное, просто, знаете, вот как это, второе дыхание. Вы видите, насколько кроссфункционально эта область, насколько много различных областей есть в информационной безопасности. Ну, информационная безопасность более широкое определение, давайте скажем так, кибербезопасность. Вот. И, собственно, я предлагаю вам это объяснить в формате вот такой вот игры. Предположим, у нас есть с вами какой-то пул компетенций, который вот у меня где-то за спиной. Да? Он состоит из нескольких блочочков. Это просто, так знаете, из головы накидано, что, чем может обладать там идеальный студент какой-нибудь или идеальный кандидат. Вот. И смотрим. У нас, значит, есть у отца было 4 сына. Да? Первый сын старший Глебяо. Это очень умная детина, великолепный, просто идеальный кандидат. Средний сын Иван, он не так, не сяк, да, но чуть-чуть пытается как бы уйти в сторону системного администрирования. Младший сын Сергей, это такой прям, знаете, кодер-кодер от души, ничего не умеет, умеет только кодить. Ну и, собственно, приемный сын Егор, это такой, знаете, на печи лежит, валяется, читает различные там ресерчи, любит в этой печке копаться, что-то там переделывать, экспериментировать, короче. Ну, такой, в общем, паразит маленький. Вот. И смотрите, мы выстраиваем примерно вот какую-то такую табличку, да, где там раскидываем различные плюсики, минусики, плюс-минусики, так что вот это чуть-чуть понимаю, вот это чуть-чуть знаю. Глеба мы рассматривать не будем. Почему? Потому что этот паразит — это как вакуум. Это некая идеальная такая среда, да, которая нас не очень интересует, потому что его хотят все. Его возьмут куда угодно, потому что на самом деле базовые компетенции у него присутствуют. Давайте поговорим лучше про других трех ребят. Ребят, да. Первый — Иван. Иван — это, как мы уже сказали, не так, не сяк. Человек, который интересуется там какими-то операционными системами, знает, как они работают, понимает, в чем их там глобальное отличие, да. Немножко знает в то, что такое база данных, например, веб-сервера там, и так далее. И немножко умеет программировать, ну, именно вот с точки зрения автоматизировать какие-нибудь рутинные процессы. Казалось бы, при чем тут кибербез? Да вот, при чем? Посмотрите на то количество вакансий, которые для этого Ивана как раз-таки и подходят. Он и может быть и администратором систем защиты информации, его можно и в СОК отправить, его можно в эксплуатацию, во внедрение, да куда угодно. Здесь главная идея, поймите в чем, здесь для всех найдется место, абсолютно для всех, даже вот, например, для Сереги. Да? Серега у нас что? Серега кодер. Вот. Казалось бы, зачем нам нужны кодеры? Кодеры нам очень безумно нужны, потому что сейчас тема безопасной разработки очень активно двигается. Во многие компании сейчас разрабатывают свое ПО, да не только ПО, какие-нибудь модули, еще что-то допиливают, доделывают. И здесь такие специалисты очень нужны. Но, пожалуйста, обратите внимание, то, что компьютер сайенс, это не только про языки программирования, да? Мы не говорим то, что если вы изучили какой-нибудь Python, все, вы очень крутой программист. Нет, компьютер сайенс — это всегда шире. Это и про базы данных, это и про различные алгоритмы, это и про понимание архитектуры. Короче, вот, пожалуйста, не думайте, да, что программирование — это так легко и так просто. На самом деле на это нужно тоже уделить очень-очень серьезное внимание.
Ну, здесь как бы Серега у нас может быть и уйти в сторону ML-щика, что сейчас популярно, да, переквалифицироваться вообще в DevOps, но тут потребуется ему немножко времени, и не дай боже во всех. Вот. Ну, это как бы так. Собственно говоря, дальше у нас последний кандидат — это Егор. Егор, как я уже сказал, он любит акцентировать внимание на деталях. То есть он такой человек, который вот перед ним какая-нибудь система, он такой, покопаюсь я там в кишках, сейчас найду какую-нибудь пакость и что-нибудь с ней сделаю. Или вот тут вот что-нибудь поменяю, вот тут что-нибудь потыкаю, да? Обычно такие ребята, они уходят в сторону различных ресерчей, исследовательских каких-то, да, направлений. Например, те же самые компьютерные криминалисты, исследователи безопасности операционных систем, да те же самые пентестеры здесь рождаются. Тут можно уйти и в разработку, опять же, различных уязвимых сервисов под различные соревнования. Можно пойти в сторону реверс-инжиниринга. Короче, вариантов, ребят, как я и говорю, много. Здесь в сфере кибербеза места хватит для всех с абсолютно различным пулом знаний. Я рекомендую как? Если вы начинающий специалист, да, возьмите... Вот, допустим, у вас есть там какая-то база компетенций вашей, да? Составьте такую табличку, погоняйте немножко по вакансиям на HeadHunter, и все, и вы поймете, что у вас есть, чего у вас нету, и где вам нужно что-то в себе доработать для того, чтобы попасть. Не бойтесь, собеседуйтесь, все будет круто, я вам обещаю. Но, если вы лентяй, для вас уже сделал все Дима. Дима — это мой коллега, фамилия у него Федоров. Он составил для вас два, скажем так, больших родмапа. Да, левый родмап «Карьерные треки» — это такой более коротенький вариант. О нем вы можете почитать на его, собственно говоря, статейке на Хабре. Он там описал, что это такое, зачем это нужно. Правый вариант — это, на самом деле, огромнейший труд, где расписаны... огромная ветка просто развития специалиста в области информационной безопасности, какие стажировки есть, какие курсы есть, где можно почитать, послушать, куда там сходить, какие вакансии, что требует. Короче, безумный труд для младших специалистов, кто только начинает, очень важно, рекомендую, полезно, надо, нужно, в общем, смотрим. Вот, собственно говоря, в защиту, да, моих слов, опять же, что кибербезопасность — это вот такая вот просто область, в которой куча-куча всего. У нас внутри есть 7 таких обобщенных команд, да, которые называются Color Team. Каждая команда занимается чем-то конкретным. Ну, вот там желтая, оранжевая, красная, да, там синяя команда. У них у всех свои задачи, но это, опять же, очень-очень обобщенно. Потому что если мы сейчас посмотрим внутрь каждой из этих команд, мы сможем разделить их на какие-то подкоманды, да, там, опять же, у нас есть разработчики, например. Разработчики бывают разные, бывают ML-щики, бывают ребята, которые уходят в сторону безопасности, бывают просто кодеры, бывают ребята, которые пишут какие-то специальные модули под какие-то специальные там приложухи. Короче, тут можно все это разбивать до бесконечности. И это, наверное, главная фишка на данный момент, да, в области кибербезопасности. Ну, это всякие разные прикольные материальчики. Давайте сейчас немножко перезагрузимся. Если кому-то интересно, слева сверху канал как раз-таки Димы. Он очень многое пишет для молодых специалистов с точки зрения, ну, скажем так, тех, кто только-только вливается в инфобез, да, много полезных материалов, посмотрите, будет круто. Если вам интересно то, что я здесь как бы вам рассказываю и говорю, это мой каналчик, тоже иногда какую-нибудь там дичь пишу, экспериментирую, меня критикуют, всем не нравится. Вот. Ну и, собственно говоря, чатики тестирования и школы CTF — это то, где мы проводим какие-то лекции, тоже для начинающих специалистов может быть полезно, вы можете всегда там задать какой-нибудь вопрос, с нами пообщаться, мы постараемся вам ответить и направить вас, скажем так, в более правильное русло, да. Но, говорим сразу, Пентагона взламывать мы не ходим. Вот. Также есть очень крутой, довольно-таки, наверное, старенький уже, но он вроде обновляется, родмап, который на английском языке. Советую, рекомендую, посмотрите. Очень много крутых, ну, скажем так, базовых компетенций там описано, и вроде даже есть ссылочки, где можно, ну, о той или иной вещице почитать. И тоже интервьюшка с Алексеем Красновым для молодых спецов будет супер-супер, вот прям... Круто, мне кажется, прям то, что надо послушать там и набраться какой-нибудь мотивации.
Собственно, давайте потихонечку подводить итоги. Как мы уже поняли с вами, да, мир кибербезопасности, он очень широк. И в кибербезе места хватает для всех. Я, наверное, как и многие, пришел в мир кибербезопасности, да, с целью, опять же, стать хакером. Кого-то это привлекает, кого-то это, наоборот, отталкивает. Потому что вот у меня, например, есть студенты, которые такие: «Нет, все, я буду хакером, мне все равно, что ты говоришь, я стану хакером». А есть и были ребята, да, которых, наоборот, это немножко отпугнуло. И я, на самом деле, безумно рад за них, то, что они остались здесь, они нашли себя немножко, как бы отойдя от всей вот этой хакерской романтики, да, и начали там заниматься каким-нибудь инжинирингом, еще чем-то, автоматизацией, там, девопсом, прости господи. Вот. То есть каждый здесь нашел себя. И не нужно бояться, да. Если вы, например, вас отталкивает то, что здесь там что-то кто-то постоянно ломает, да, вы там начитались каких-то статей про этих хакеров, насмотрелись каких-то фильмов. Ребят, это не про информационную безопасность, это не про кибербез. Здесь нужны все. Здесь нужны программисты, здесь нужны инженеры, здесь нужны техподы, здесь нужны, кто там, девопсы, разработчики, ребята, которые автоматизируют, те, кто ломают, те, кто строит, те, кто им помогает. Короче, нужны все. И, наверное, понимаете, вот у меня внутри как бы есть какие-то, да, хакерские навыки, я там умею какие-то вещи что-то поломать, могу где-то что-то покопаться, но это все не сделало меня специалистом в области кибербеза. Специалистом в области кибербеза меня сделали мои коллеги, которые накидывали мне задачи безбожно, не давали мне спать по ночам, задавали мне кучу разных вопросов, мне самому приходилось в этом всем разбираться, копаться. И вот эта вот шире задач, которая на меня напала, да, она и сделала меня специалистом. Разнообразные задачи. Мои коллеги, люблю, обожаю всех, особенно вот ребята из своего отдела, им вот огромное прям спасибо за то, что у меня, скажем так, получилось, да, я надеюсь, что у меня получилось стать специалистом в области информационной, ну, или кибербезопасности, как вам удобно. И смотрите, еще очень важный момент. Есть тоже такой фактор, который может многих отпугивать. Многие считают, да, что вот все, мы пришли в кибербез на какого-нибудь там программиста, теперь мы будем только сидеть и кодить. На самом деле нет. Кибербез — это такая область, в которой вы можете применить на себя довольно-таки большое количество ролей, да? Вот я вроде как инженер по эксплуатации, но одновременно я и DevOps, и там целую лабораторию, этот, как ее назвать-то, ну, скажем так, у меня есть проект PetaLab, который представляет из себя типа демо-лабораторию, где якобы работают какие-то пользователи. Там я разворачиваю различные системы защиты информации. Ребята что-то там тестируют, я им помогаю в этом. В общем, я как бы и тем занимаюсь, и тем занимаюсь. И у меня вот получается, знаете, такой огромный спектр, да, тех знаний и навыков, которые я получаю именно благодаря работе здесь. Как видите, хакерством я не занимаюсь. Вот. И у меня также, получается, в компании Positive Technologies огромное количество коллег, которые также занимаются, ну, скажем так, тем, что им нравится, и это не связано с хакерством. Вот. Ну, что вам еще сказать напоследок? Напоследок я хочу пожелать всем молодым специалистам, да, тем, кто только-только вливается в мир информационной безопасности, кибербезопасности, удачи. Поймите, что эта область требует затрат, ну, ваших мозговых, временных, да, и если вы чуть-чуть приложите усилий, у вас обязательно получится и хакером стать, и там кем угодно. Ваша вот задача главная — начать, и все у вас получится. Ну, ребят, что еще? Желаю вам удачи, любите, занимайтесь информационной безопасностью, кибербезопасностью, и у вас все обязательно получится. На этом, я думаю... У меня все. Владимир, спасибо большое. У меня еще вопросик. Вопросы? Все-таки вы не обижаетесь, если вас, ну так, вне профессионального диалога называют белым хакером, друг?
Я говорю, я не белый хакер. Ну, водичку поливать не начнете на человека, в драку лезть и так далее. Нет. Спасибо вам большое. Мы будем осторожны в терминологии и избавимся от этих романтических стереотипов о том, что инфобес — это обязательно хакеры. Больше так не будем. Спасибо. Спасибо вам большое.